Всем привет! В этот теплый осенний денек мы решили всей семьей поехать в Днепр. Походить по супермаркетам, по торговым центрам, посмотреть, найти что-то интересное из вещей. А сейчас мы едем в Запорожье по хорошей дороге в Днепропетровск и наслаждаемся теплой осенней погодой. Выезжаем в Днепропетровскую область. Довольно-таки быстро проехали. Раз не загружено. Вот захотелось и чего-то необычного поехать куда-то в другое место. Деревья стоят в осеннем наряде. А нам хорошо в путешествиях, в движении, в поездках. Мы обожаем куда-то ездить всей семьей. Открывать для себя что-то новое, интересное. Въехали в Днепропетровск. Доехали очень быстро, да? Да, потому что дорога хорошая. Дети даже поспать не успели. Да, я не успела. А нас на посту остановил сотрудник полиции. И такой интересный, улыбаясь, так сказал: здравствуйте! Да, так вежливо, позитивно. И мы с так улыбкой, же и ответили. Да, да. То есть самое удивительное, вот он с улыбкой подошел. Даже документы не спрашивал. Говорит: у вас все хорошо, мы улыбаемся, он улыбается. Да, все хорошо, все, езжайте, счастливого пути, ребят. Такой, это вежливо, так с улыбкой, то есть вот молодцы. А мы в первый торговый центр поедем в Мосс-Сити, да? Да, вот. Ну да, в Мосс-Сити там очень много всего интересного. Мосс-Сити одежды много, достаточно можно выбрать. И Коламбия там хороший магазинчик. Да, поинтереснее, кстати, чем. Пузата хата покушать и различные другие, да. У нас дочка за место радио поет песни, а мы слушаем. Она у нас учится в музыкальной школе на вокале. Поэтому нам в дороге всегда весело. Нашу любовь только здесь я отнесу всю свою любовь, как в паутине большой сети. Ты осыпаешься в памяти. Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня в Днепре. Мы зашли в пузатую хату. Мосс-Сити. Здесь она вот такая интересная. Очень много людей. Все обедают. Как раз время обеда сейчас. А мы тоже взяли такую домашнюю простую еду. Это пирог со шпинатом, варенички. Такого плана. Сейчас подкрепимся и пойдем уже по магазинчикам одежды. Посмотрим. Меряем. Теперь меряет доченька свитерочки. И так на каждый день. Классный. Такой гольфик хорошенький, да. Вот мы взяли еще тут мерить всякие партишка. Тут гольфики разные в школу. Уже похолодало, и нужно что-то такое. Ну так, классно. Мне нравится. Да, прикольно. Давай дальше. Диван. Давай дальше. Вот второй. А ну покрутись. Тепленький такой гольфик хороший. Розовый цвет хорошо, да? Отлично. И рукава у тебя какие. Да, рукава такие интересные. Можно и закатить немножко. Тепленький, да, хороший. Еще бы плюшевую мишку и так. Да. Обнять, да. Красотка. Вот такое пальтишко мы меряем. Розовое, нежное. Под розовое. Мне так нравится, как на тебе розовый цвет смотрится. Реально, да? Вообще смотрите, классно. Смотрите, как красиво, да. Такое оно хорошо, что удлиненное немножко, что не короткое. И под гольфик аксессуары добавить, если, да? Как вам? Напишите в комментариях, понравилось? Лайк. Да, да, и поставьте лайк, если понравилось. Такое, видите, тепленькое, хорошее. А ну задом покрутись. Что у нас тут? Покрутись волосами, да? Да, ну его погладить, конечно, надо. Да, да, ну мятые. Сейчас его. Но сзади мне, кстати, не сильно нравится. Видишь, висит как чуть-чуть. Видишь, вот это. Или туда запрятать, ты еще пояс неправильно немножко перекрутила, да? Ничего страшного, да. А ну вот. Потом подвыровняется все. И знаешь, что мне еще кажется, что оно все-таки легковато сильно, как для пальто. Это осеннее, Йо, это осеннее-осеннее. Это осеннее-осеннее, как раз вот сейчас. Ну не в морозы, понятно, но очень красиво.
не знаю. Мама тоже ради интереса. Мама тоже ради интереса захотела померить такое пальто. Класс. Да. Такой красный гольфик еще один. Кстати, он отсвечивается. А ну выйди сюда. Тут так он не такой, как надо. Ну вот, да. Хорошенький тоже, да? Зашли в Антошку магазин, где много-много лего. И вот такую вот машинку купили. Лего. Это экскаватор или трактор? Это что там? Поближе покажи мне. Покажи, что это тут у нас. А, снегоуборочная машина. Тебе нравится такая? Да. Ну, возьмем такой тебе сюрприз. Давай. Ой. Тут их столько рядов с этим лего. Прогулялись в Мост-Сити. Вот этот торговый центр. Он такой невысокий. Такое здание интересное впереди. А вот там вот близ видно цирк. Купили вот дочке Страдивариусе два гольфика. Вот. Я думаю, что сейчас еще что-нибудь поищем, может, других. Еще есть караван, торговый центр. Может быть, подъедем туда, посмотрим. Мы там еще не были. А, тут лего, да. В общем, всем подарки. Только, как всегда, папе, маме пока ничего, да? Завтра будут подарки. Завтра. Это мы с той стороны мы пришли. Там торговый центр, где мы были только что. А вот, вон цирк. Отсюда видно. Сейчас прогуляемся по набережной немножко. Ветер в лицо прям. Вот, смотрите на мою дочь. Это чтобы никто не узнал, да? Вот видишь, вот этот мост отремонтировали. Университет, да. Альфреда Нобеля. Нобель, ух ты. Видите, какой яркий. Вот это университет, приятно. Такой заходишь и... В университете написано. Интересно так. Да, симпатичное здание. О, кстати, вот мы пропустили с вами. Какой красивый фонтанчик, смотрите. Баржи слева и справа. Солнышко выходит наконец-то, вот немножко. А это мы приехали в караван, торговый центр. Смотрите, какой красивый здесь фонтан. Раз такие. Если бы еще тут эти японские карпы плавали, то вообще было. Японские карпы. Экзотика. Класс, да? Красиво. Непривычно видеть, конечно, вот так в торговом центре. Прям вот фонтан. Видите, водичка разливается. Сейчас будет с середины опять, да? Так, раз. Интересно. Да, стройка такая. Ну, когда будет уже струя большая, что-то, ну, никак. Раз, два, три. Елочка, зажмись, да? Да. Смотри, и каждый раз по-разному. Да, да, короткая, длинная, вот такая вот. Классно. Будто как дельфины или рыба такие. Угу. Интересно. А сейчас... О, сейчас должно быть. Пошел. О, гляньте, какой аж далеко. Класс. Красиво очень. Большой такой торговый центр у них. Караван. Столько разных магазинов, достаточно много. Длинный, да, он двухэтажный, но длинный, да. И там выбор большой, магазинов всяких. Чего только нет, пойдем гулять дальше, да. Так, это мы в Пол-Ломбер зашли. Вот цены, пожалуйста.
Вот такая курточка симпатичная. 999, да, мы такую подобную купили уже. Ну, ничего такая, да? Она коротенькая. Коротенькая, да. А вот гольфик хороший какой, смотри. Ну, а вот есть разные, смотри. Вот есть для тебя. 499,9. Да, такой зелененький. Вот красный. Вот красный, как ты хотела. Мне кажется, ну, цены нормальные такие, да? Да, смотри, футболка по 199,9. Да, да. Рубашечки. Так, а ну, вот тут вставай, вот так вот лучше. Ну, в общем, прикольный. Мне нравится. Такие гольфиком наберем разных, да? В школу такой можно? Давай. Да. Ну, все, давай красный мерим еще. И красненький такой. А вам какой больше понравился? Второчки. И он из второчки. Гольфики. Тут, видишь, другая немножко структура. Полосочка. Тепленький такой, да? Да. Мне нравится. Мне тоже. Класс. Купили сторону. Маме тоже купили обновку, да. Мне нравится очень. Мама красивая. Да. Видите, какие вырезы красивые. Ой, сколько монет там внизу, гляньте. Ничего себе, кидают люди. Что, кинем? Главное, телефон не кинуть. Вот, как высоко. До второго этажа доходят. Карпова у нас такая по пути встретилась. Вот кинотеатр мультиплекс. Да, тут огромный выбор, да. Всех магазинов вообще. Все, что хочешь, да? Так что мы сегодня день провели с огромной пользой. Не зря сюда приехали, открыли для себя два больших торговых центра. Угу. Купили одежду. Когда собраны все магазины вместе, очень удобно. Не нужно ездить по всему городу. Зашел, да. И пожалуйста. Везде работают терминалы. Можно расплачиваться терминалом. Да, померить нормально можно. В тепле. Здесь еще есть ледовый каток. Вот мы сейчас к нему подойдем. А можно ближе даже сейчас. Быстро покажем. Мы голодные. Детям мы купили Макдональдс. Здесь есть Макдональдс. Купили им Бигмак, да. Вот смотрите, тут детки учатся. Интересно так, да? Одетые все, как зимой. Там вот есть такие с препятствиями, нужно объезжать. Интересно. А вот сюда видишь, с помощью палки, 4 палки там держатся. А, вон она, да. За второй, да. Угу. Такой лед красивый. Пойдем дальше. Вот. Здесь разные кафешки. Мы в Макдональдсе мы взяли Биг Мак нашим детям. А мы сейчас пойдем там есть вот кафе дальше борщ. Типа поедим мы такую более полезную, правильную еду, да. Потому что Макдональдс это хорошо, конечно, но. Есть японо-хата, суши. Вареники, да, есть тоже нормальные, в принципе. Угу. Ну пошли. Вот борщ. Вот так вот. Сейчас будем смотреть, что тут есть. Если мы, конечно, что-то выберем. Что-то это вообще не аппетитно выглядит, да? А вот и мы заказали, значит, печеночный тортик, селедочку под шубой, небольшой салат такой отбивной с ананасом и такой десерт с орехом и с чем-то, ну и капучино. Чек у нас вышел 165 гривен, да? Ну так, как вы? Вкусно? Прикуска. Очень. Едем домой, Запорожье. И уже поздно, уже 8:30. Устали, даже ноги болят, находились. Но отлично провели время всей семьей.